В 2018 году мы собираемся принять чемпионат мира. Не знаю, насколько это экономически разумная трата денег, но для того, чтобы поддержать любителей футбола, я скажу, что этот праздник им нужен. То есть во имя позитивных эмоций. Вот. Насколько мы готовы? Ну, судя по тому, что происходит с Олимпийской деревней, Олимпийским городом, который построен в Сочи, и тем привлечением внимания к этим объектам, мне кажется, мы будем готовы принять. И я думаю, что страна разделит разнообразные матчи по разным регионам, и как бы это подымет некий статус, который сейчас очень спорный в связи с вот этим вот сложным временем с взаимодействием с Украиной, с этой войной и падением нашего рейтинга, в общем-то, в глазах европейцев. Я думаю, что это немножко подымет такую мирную сторону нашего государства. Это хорошо.